Это наша самая маленькая модель подвесной люстры ручной работы из коллекции Мариан. Обратите внимание, что здесь идет металлический каркас в цвете золота. Примерно у нее диаметр 40 сантиметров. Почему говорю примерно? Потому что вам придет люстра, а у нее все вот эти веточки будут согнуты, вам их нужно будет разгибать самостоятельно. Соответственно, они гнутся, и вы можете делать как вам угодно. Здесь идут лампочки с цоколем G9 в количестве 6 штук, подвески в виде капелек, выполненные из стекла. Самые маленькие люстрочки у нас выполнены на цепочке, которые вот так вот с помощью ремешочка закрываются. Более большие люстры других диаметров, они уже идут на тросиках. Очень красивая малышка, рекомендую обратить на нее внимание, потому что она точно придаст стиль и уют вашему интерьеру.